Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Parallel Finance. Будущее Polkadot невероятно светлое. Parallel Finance планирует сделать его еще ярче, предлагая решения для кредитования, адаптированные для Polkadot, со всей безопасностью, которую он может предложить. С кредитным плечом и аукционным кредитованием в качестве основных предложений новый дизайн кредитования Parallel может разрушить несколько застойных нормативов DeFi с более высокой доходностью и лучшими возможностями. Помимо создания утилиты для кредитования, Parallel также будет создавать и брендировать интерфейсы взаимодействия с пользователем, необходимые для взаимодействия с DeFi. Действительно, совместимость управления портфелем будет критически важным инструментом для ведения бизнеса на Polkadot. И мы планируем первыми эффективно решить эту проблему. Это одна из немногих областей, где Parallel строится в духе интерпретабельности, уже заложенной в дизайн Polkadot, и в результате делает его сильнее. Parallel стремится стать подходящим решением для кредитования для участников DOT и KSM. Через Parallel пользователи будут иметь возможность размещать свои DOT и KSM в обмен на токенизированные производные ставки, называемые XDOT и XKSM. Эти токены предоставляют собой погашение базовых DOT и KSM в пуле ставок Parallel. Как вы можете видеть на рисунке ниже, пользователь может одолжить XDOT и XKSM компании Parallel, чтобы получить дополнительную комиссию заемщиков в дополнение к их процентной ставке, которую компания называет «ставкой с кредитным плечом». После этого пользователь может создать еще большее кредитное плечо, используя XDOT и XKSM в качестве обеспечения для заимствования. Эти токены уже изначально проходят Мотя, я не кушаю. Кхе-кхе-кхе.